сынок, возьми меня на Пасху. Я так устал от запаха лекарств. Кругом ремонт, строители льют краску. Бумаги подпишу, все без мытарств. К Марии нужно съездить на могилу. Уж целый год я не был у нее. Тут день за днем теряю свою силу, ведь скоро закружится вранье. Ты не волнуйся, я в прихожей ляг. Пробуду дома я всего 2 дня. У главврача сам подпишу бумагу. Сынок, на Пасху забери меня. Один в халате, всех уже забрали. Как сыч сижу весь день я у окна. Ходячие всех своим детям отдали. Нет никого. Сплошная тишина. Василий посмотрел в окошко. Там синь небес и стайка облаков. На пищеблок бежала резво кошка. Забрать отца он как-то не готов. Но вслух сказал, что завтра сам заедет и куда нужно, отвезет его. Отмоет ванное, в чистое оденет. Проскочат сутки, это ничего. Домой вернувшись, рассказал супруге, что хочет батю привезти домой. Об этом думал как-то на досуге. Он как-никак, а мне отец родной. Жена пружиной с кресла подскочила, сказав, что дома без него бедлам. Вопрос с приездом навсегда закрыла, расставив точки быстро по местам. Он у окна тихонько ночью умер. Спасти его мы просто не могли. Наш мир сегодня просто обезумел. Ему тепла и чуточку любви.